Одинцовский округ – один из 7 областных муниципалитетов, где зафиксирован максимальный спрос на социальную газификацию. Об этом в рамках брифинга для местных жителей и представителей окружных СМИ сообщил генеральный директор МОСОБЛГАЗа. У нас 4 населенных пункта здесь полностью газифицировано. 14 ведутся работы, и в текущем году мы закончим полностью газификацию 55 населенных пунктов в городском округе из 169. Игорь Баранов уверен, что с реализацией программы в заданные сроки МОСОБЛГАЗ справится. При этом на федеральном и региональном уровнях дополнительно обсуждаются вопросы льгот для социально незащищенных слоев населения. Правительство Московской области сейчас обсуждается на уровне регионального правительства внедрение льгот для многодетных, для малоимущих. Поэтому этот вопрос обсуждается. Предполагаю, что в ближайшее будущее правительство области озвучит свое решение. То, что такая поддержка будет, у меня нет сомнений, потому что достаточно активно сейчас обсуждается. Мы постоянно участвуем в этих дискуссиях. По-прежнему жители волнуют и вопросы газификации садовых товариществ. Согласно президентскому проекту, голубое топливо доведут до границ СНТ, если оно находится в границах населенного пункта, который попал в программу социальной газификации. Все, что касается разводки внутри СНТ и до домовладений, действует правило подключения к газу. Это правило номер 13-14 технологического присоединения к газовым сетям. То есть они достаточно просто регулируют этот порядок. А по этому же порядку и газифицируются и СНТ, которые не попали в президентский проект. Получить консультацию, оформить сопутствующие услуги и заключить комплексный договор на подключение голубого топлива к своему дому можно в стационарном офисе социальной газификации, который для удобства жителей округа открыт в Чистцах. Также по 15 октября на территории округа будет курсировать мобильный офис, а заявку можно оформить и онлайн на официальном сайте МОСОБЛГАЗа. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».